2 октября 2019 года стартанула лотерея розыгрыша грин-карт ДВ-2021. Спрос на иммиграцию возрастает. Люди, которые еще вчера не хотели иммигрировать, сегодня они уже готовы. Они уже на чемоданах заочно выиграли грин-карту, подбирают себе билеты, ищут жилье и хотят переехать в Америку прямо в ближайшее время. И у вас все получится. Одновременно с началом розыгрыша я слышу о том, что это все бесплатно. Бесплатная лотерея, бесплатная грин-карта, бесплатный переезд в Соединенные Штаты Америки. Ничего никому платить не нужно. Об этом кричат блогеры на своих YouTube-площадках. Это я вижу на Фейсбуке и ВКонтакте, и в Инстаграм. Давайте разберемся, за что вы платите, кому вы платите, какие документы нужно будет собрать, и главное, к чему это вас приведет. Итак, друзья, поехали. Первое, с чего нужно начинать сбор документов, когда вы выиграли грин-карту. Здесь можно как бы и заплатить, можно и бесплатно, зависит от времени и сроков. Это справка об отсутствии судимости. Это Петровка 38. Если вы хотите получить ее вживую, это делается здесь. Справка об отсутствии судимости в Москве, например, оформляется официально около 2 месяцев. То есть первые расходы, которые вы понесете, которую вы будете оплачивать, это справка. В Москве она стоит от $100 и делается за 2 дня. Я с этими справками сталкиваюсь постоянно, потому что, когда вы оформляете компанию в Евросоюзе, свой бизнес, то первое, что также требуется и там, это справка об отсутствии судимости. После оформления медицинской комиссии, сбора документов, перевода, за который, кстати, также придется платить, вы приходите на интервью. Интервью будет стоить для вас $330. Это деньги невозвратные. Если вам отказали в получении грин-карты, то, соответственно, эти деньги вам не возвращают. Это к вопросу о гарантиях. Если вы успешно прошли интервью, вам нужно будет доплатить плюс $180 за иммиграционную визу, которую вклеит ваш паспорт. Плюс $160 вам обойдется пластик, сама грин-карта. Итого, при успешном прохождении интервью, 330 плюс 180 плюс 160 плюс справка об отсутствии судимости. У нас в Москве она стоит $100, или вы будете ждать 1,5-2 месяца. И медкомиссия. Медкомиссию, если вы, допустим, подаете в Москве, можно будет пройти в Международной организации по миграции. Я сейчас туда поеду и дам вам полностью все расценки на их услуги. Это официальная компания, которая работает вместе с непосредственно с посольством США здесь, в Москве. Кроме того, в этой организации, в Международной организации по миграции, можно пройти медкомиссию также для рабочих виз в Корею, в Канаду, в Австралию и так далее. Я еду туда. И в конце этого видео дам вам полный расклад. Еще, кстати, интересный момент. Я сейчас вам скажу результаты голосования у меня в Инстаграм. Вот страничка, я специально вывел на скрин. 59% из 5000 знали, что, оказывается, нужно платить за грин-карту, что это не бесплатно, как везде рекламируют. И 41% узнали только от меня, что, оказывается, за это нужно будет платить. Кстати, у меня здесь на картинке грин-карта, бесплатно ли, магнит, грин-карта и всем известный персонаж из мультика. Вот. Итак, я еду в Международную организацию по миграции. Она находится в районе Баррикадной. Я уже был там много раз, делал видео. Практически каждые полгода я приезжаю туда. Раньше в Международной организации по миграции можно было подать и на убежище. Кстати, флаг. Все очень красиво. Ребята пришли, тоже хотят в Америку. Я на месте. Это Международная организация по миграции. Отсюда вас направляют на медицинскую комиссию. Это 2-я Звенигородская, дом 12. Сейчас я зайду. Хотя я здесь уже был много раз, но сегодня попробую сделать видео на GoPro. Хотя здесь не разрешают, но тем не менее. И мы узнаем, сколько обойдется на сегодняшний момент медицинская комиссия на одного человека, на взрослого и на ребенка. Так я иду. Можно сделать электронно, записаться на все процедуры, связанные с медицинской комиссией.
далее отсюда получить направление из этой организации. Международная организация по миграции. Здесь вы делаете фотографию, а это цены. $273 медкомиссия на взрослого, 240 на ребенка с 2 до 14 и $163 на ребенка до 2 лет. Так все это выглядит. А сама клиника находится на Замаренова. Это отсюда один квартал. Вам необходимо поехать на Замаренова, дом 27. Там находится медицинская клиника, в которой вы проходите все необходимые анализы. Замаренова 27, медицинская комиссия. В 2019 году для грин-карты вам необходимо пройти общий осмотр, анализ крови на гепатит, рентген грудины и анализ крови на ВИЧ. Обычная такая больница. Аптека. Почему-то очень завышенной ценой на услуги. То есть вчера еще у меня показатель давал чуть больше 30%, сегодня уже 40 и выше людей, которые не знали, что оформление грин-карты после выигрыша это платно, что за это придется платить и за медкомиссию, и за переводы, и за справки, также предоставлять документы и гарантии того, что после оплаты вам дадут грин-карту, нет, то есть никаких гарантий 100% вам никто не дает. $330 консульский сбор за рассмотрение ваших документов и за интервью не возвращают. За медицинскую комиссию то, что вы израсходуете, потратите, тоже не возвращают. За всякие справки и так далее. Также просто среди 40% у нас есть 5% людей, которые вообще думали, что им, кроме того, что все сделают бесплатно, еще и помогут бесплатно посольство США с билетом, с жильем, с размещением в США, с работой. И также будут платить пособие, пока они находятся в Америке без работы. Даже есть такие ребята. Когда в комментариях у нас в группе Instagram всплывают люди, которые выиграли грин-карту и не в состоянии оплатить расходы, на них, конечно же, кричат, ругаются, злятся, что на их месте могли быть люди, которые готовы были оплатить за услуги после выигрыша. То есть они выиграли грин-карту и при этом не могут оплатить и благополучно об этом забывают. Есть такие, у меня только за вчерашний день 8 человек появилось. Таких людей, две женщины, там мужчины и так далее. Причем все из Средней Азии. Так, друзья, прежде чем подавать заявление на грин-карту, рассчитайте свои возможности. Потому что в среднем, я вам скажу, что обойдется около 800 тысяч долларов на человека. Умножаете на количество вашей семье людей, соответственно, получается сумма. Семья из 5 человек, рассчитываете на 4-5 тысяч долларов расходов только на оформление документов. Плюс билеты, плюс переезд и так далее. Так что все это не бесплатно, как рекламируется везде. Платить все-таки придется. Удачи вам всем. Всем всего доброго.